На старт. Газета «Грани» в 28-й раз собрала участников легкоатлетической эстафеты. В ней приняли участие 200 команд на Новочебоксарска. По традиции, соревнования открыли воспитанники дошкольных образовательных учреждений. На смену дошколятам на старт вышли учащиеся 7-9 классов школ Новочебоксарска. Несмотря на то, на перерыв в целый год, эта эстафета собрала достаточно большое количество участников. Наверное, отрадно, что этот день выпал на выходной, и была возможность и у родителей, и у бабушек, и дедушек прийти поболеть за детсадовцев. Мы были удивлены, когда родители пришли даже болеть за 7-9 классы. То есть, на самом деле, 28-я эстафета, не побоюсь этого сказать, стала большим семейным новочебоксарским спортивным праздником. В эстафете 5-й год принимает участие городской союз пенсионеров, городское общество инвалидов. На спортивном празднике «Грани» можно встретить много именитых атлетов, как действующих, так и чемпионов прошлых лет. Каждый год мы участвуем, каждый год этот мы пробегаем. Но в те разы как-то бегать я прям бежала, а нынче быстро шла и все. Хорошо, ну а как же, это же дает, вы что, это же такой, как вам сказать? О, заряд, такой дает заряд, прям вот душа вся вот цвету. Самыми массовыми оказались забеги учителей школ и воспитателей детсадов. Среди школьных педагогов победу одержала Инна Любавина, учитель 19-й школы Новочебоксарска. Я участвую даже со школьной скамьи каждый год. Даже была, когда в декрете, все равно участвовала, ребенку 2 месяца было. Поэтому наш голос, да, выигрывает, всегда первые места. Мы ничего никогда не было такого, чтобы мы были не в тройке лидеров. Заряд энергии, море эмоций, позитив, в общем, супер все. Победителей и призеров определили в каждой возрастной категории. Самые быстрые получили ценные призы и награды. Ульяна Пятакова, Вадим Владимиров, Республика.